на кого рассчитано ваше мобильное приложение? Наше мобильное приложение рассчитано на социально активных людей. Наша жизнь, жизнь в городах, стала достаточно сложной, и определенно нужно ее менять к лучшему. И есть много людей, которые бы хотели это сделать, но, к сожалению, не могут организовать коммуникации с единомышленниками, с соседями, чтобы объединиться и как-то начать менять свой двор, свой район, микрорайон, какие-то места, где мы постоянно бываем и которые любим, менять к лучшему. И с помощью нашего приложения мы бы хотели дать этим людям инструмент, когда они смогут организовывать какие-то акции, какие-то мероприятия, просто искать единомышленников и информировать жителей этих мест о том, что происходит, чтобы они знали, что жизнь не стоит на месте и что все улучшается. Как работает ваше приложение? Приложение работает следующим образом. Его достаточно просто установить на мобильник, зарегистрироваться и дальше несколько дней ходить, и можно его даже не запускать, не трогать. В это время приложение понимает, в каких местах человек бывает чаще всего, определяя те места, где человек живет, где отдыхает, где работает. И через некоторое время оно начинает из этих мест показывать человеку тех людей, которые его в этих местах окружают, которые также там бывают продолжительное время, и показывать новости. Как только кто-нибудь из его соседей-пользователя напишет что-нибудь о происходящем, все люди в окрестностях, все соседи его получат это уведомление. Через это можно организовывать какие-то праздники, мероприятия, поднимать какие-то актуальные вопросы, рассказывать о происходящем в городе, во дворе.